Чемпионат Московской области по самбо на песке состоялся на Кореневском карьере «Люберец». Этот сравнительно молодой вид соревнований с каждым годом обретает все больше поклонников. Тему продолжит наш корреспондент. Золотистый песок пляжа Кореневского карьера в этом году встретил более 80 самбистов всех муниципалитетов Подмосковья. Сегодня у нас собрались сильнейшие самбисты Московской области. И данные соревнования являются отбором в сборную Московской области для участия в чемпионате России по пляжному самбо. Вообще первые в России провели соревнования по самбо на песке. В 2017 году это состоялось на пляже Малаховского озера. А с 2018 года регулярно проводим такие соревнования на пляже Кореневского карьера. За плечами мастера спорта Виктора Федулова 20 лет тренировок. Участие в чемпионатах области и России. В пляжном самбо у него дебют. Свои силы решил сегодня попробовать на пляжном самбо. Дебют у меня в этой категории 88, так как моего веса 79 нету. Вот, решил свои силы попробовать в новой весовой категории для себя. А так посмотрим. Песок покажет сегодня. Борьба в пляжном самбо проводится в положении стоя. Победа присуждается после броска, когда противник в результате проведенных действий падает на песок на любую часть тела, кроме ног. Луиза Егиазарян, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.